Всем доброго здравия. Это я, пропадущий мастеровой, который занимается, иногда теперь уже занимается, изготовлением опасных бритв, русских бритв. Так у меня они называются, русские бритвы. И на сегодня вот спешу вам представить 4 бритвы, разные все модельки, по стали, что сразу скажу. Сталь ШХ-15. В перемес с 9HS, то есть ШХ-15 и 9HS, 50 на 50. Как это происходит? Это набираются пластинки, то есть пластинки вот так вот набираются прям, ну, как бы в стопку. Все это сваривается, расковывается в один пакет, потом все это разрезается, перемешивается, ну, как дамаск производится. Единственное, что проявить на нем рисунок будет сложновато, поэтому я даже не стал заморачиваться по этому поводу. И давайте посмотрим, что у нас сегодня вот в итоге. Так, резкости есть. Это вот японский пластик, который заказывал миллион лет назад. Резкости нет. А вроде вот теперь есть. Ага. Вот так это все выглядит. Там вот такие золотистые переливы. Клинышек у всех бритв из того же материала. Вот это самое узкое. Шлифовка сверх мелкая, то есть практически зеркало. Там до зеркала всего лишь один микрошаг остался. Но его нельзя делать, зеркало здесь. Ну, вообще на бритвах, в принципе, очень сложно сделать зеркало и не потерять геометрию. Поэтому вот такая вот шлифовка. Клин 75% по геометрии. Полотна. Почему 75%? Потому что это самый востребованный клин. Самый. Вот самое узкое. Пожалуйста. А по заточке все ровно. Все получились отлично. Все острые. Что-то у меня с резкостью не так. Сейчас я разберусь. Пробуем. Вот сейчас вроде с резкостью получше. То она какая-то была. Да. Может, кто-то заметил эту ямочку на клинке. Это я отметил так бритвы, у которых 63,5 единицы по твердости. Вот на той бритве, у которой есть ямочка. А их 2 таких. У которых нет ямочки, это 59 единиц. То есть все по твердости различается. Все закрываются максимально ровно. Максимально ровно. И... они готовы к бритью. Волоса потом порубим. Это вот с такой вот оправой. Пластик один и тот же японский, только разная расцветка. Золотистая такая. А, да, я вот не сконцентрировал свое внимание на фирменной насечке от русской бритвы. Именно только у русской бритвы такие насечки. У всех клин 75%. Заточку сразу смотрим. Все ровно, все красиво. Это сейчас вот в макросъемке я вам показываю, чтобы каждая микродеталька была видна. Вот только легкие запотевания получаются, потому что руки теплые, клинок холодный. Поэтому вот так вот все. Так, здесь я показал, не показал. Насечку нет, не показывал. Очень такая зацепистая, шуршавая, прям вообще то, что нужно. По насечке. Фиолетовый пластик. Насечка русская бритва. Все, что где-то еще увидите с такой насечкой, это подделка под русскую бритву. Я знаю, что очень... часто уже начал встречать, давно уже, причем с год назад даже, что немчаки начали подделывать то, что делаю я. Так вот, это широкое, что-то такое фашистское напоминает. Вот. У меня вопросы такие, иногда, правда, поступают, но редко, но поступают. Видите,
она как бы это от теплых рук. Что за вопрос? Вот здесь вот, кстати, большая вот твердость, тоже ямка. А почему я не делаю бюджетный бритв? Например, мы хотим вот там бритву по 5 тысяч, там мы хотим там по 8 тысяч. Знаете что? Я зарекся делать все ровно и красиво. Бюджетные варианты. Почему? Потому что обязательно возьмут эти бюджетные варианты и обязательно ко мне подвалят претензии. Мол, ад, что-то тут не то, что-то не так, да вот не то, да не она не лучшая из лучших, да вот тут вот я хотел бы по-другому видеть и так далее. То есть за бюджетными бритвами, пожалуйста, фашистскую Германию, вам туда. Ваш вариант там, значит, будет. Там как раз вот все из дешмана, штамповка, все как надо. То есть для того, чтобы цена была маленькая. Вот это большая и широкая бритва. Он даже в экранчик не убирается. А как ты ее не допротерт, а? Ну-ка, секундочку. О, другое дело. Шлифовка у всех такая микро. То есть практически зеркало. По заточке все тоже прекрасно. Ну вот опять не допротер, он вижу уже. Ну, протру перед фото. Также повторюсь, 75% клин. Да, и как она, например, вот такая большая бритва, допустим. Как-то так. И единственная, у которой только вот такая насечка простенькая, только с одной стороны. Ну так, слегка зацепистая она такая, не вот прям, не напильник. Ну вот я своим хватом держу, мне нравится вот так вот. Вот он хват. Вот. Все ровно, красиво. Ну что ж, давайте порубаем волосы, чтобы опять же ко мне не было вопросов потом, потому что бывали такие вопросы, и они были даже... Я бы сказал, немного часто, что бритва даже волосы не рубит, там вообще все тупая, в хлам. После, когда я смотрел на такие бритвы, там уже над ними поиздевались конкретно. Их, видимо, пытали. И после всего этого, естественно, они уже не рубили волосы. Но тут такой момент, чтобы потом был как бы факт, который можно показать, что бритва рубила волосы. Давайте приступим. Так, снимаю на телефон, поэтому супер макро съемку не могу обещать. Так, а как же мне теперь быть-то? Давайте попробуем на весу. Так, сейчас я буду смотреть мимо экрана, чтобы пальцы не обрезать. То есть никакого дергания нет. Волос просто отваливается. Касаюсь. Ой, вы, наверное, ничего не видите. Ну, сейчас я попробую справиться. Коснулся, он волос отвалился. Еще раз так в кадре. Ох ты, надвое и развалился. Он раздвоился опять. Вот. То есть очень мягко проходит по волосу. Взял очередной волос. Очередная бритва. Пинг, вроде бы видно все пока что. Вот раздваивает, отвалился. Комментирую, может кому не видно, может тут вообще видео будет какой-то невидимка. Вот он раздваивает его, вот на две части. Сейчас возьмем подлиннее, сразу отпал. Чем длиннее беру волос, тем быстрее отпадает. Он пополам сначала. Ну вот и мы покрошили салатик из волос. Беру следующий волос. Следующий волос, следующая вот эта вот бритва. По цветам проще всего различать. То есть волос не просто там дергается, там рубится. Он не рубится, он просто отпадает при прикосновении. Не надо ее там... шваркать там по бритве, дергать там, тащить, просто надо преподнести к ней, и он отваливается.
так вот. Итак, заключительный тест, заключительные бритвы. Самый большой. Волос в руках крутится прям. Поймать его сложно. А, он разрубленный, а я тут его шарахаю. Ёпти. Сейчас. Вон он, надвое. А, уже отпал. Что-то тут я теряю его из вида. Отрубленный. Он подлетел, подпрыгнул волос. И последний штрих. Эх, готово. Ну вот и все. Тест пройден успешно. Ну что ж, показал, вкратце рассказал. И данные бритвы сегодня упакуются в кожаные такие кармашки-чехлы, специально сделанные для бритв. И будут пронумерованы, развешаны на сайте. Так что встречайте. Кому интересно, просто посмотреть, полюбоваться. Ну и вообще, я был рад с вами увидеться, поговорить. Пусть хоть это и заочно, но хоть так. И, как говорится, надеюсь, что до новых встреч. Я очень надеюсь.